Дорогие зрители моего канала, сегодня у нас на ремонт Redmi Note 5. Этот аппарат привезен из Китая. На нем была русская прошивка, вернее глобальная, на нем был разблокирован загрузчик, но прилетело очередное обновление. Телефон через Wi-Fi обновился, загрузчик заблокировался, и в итоге мы имеем This MIUI version can't be installed on this device, что означает, что эта версия прошивки не может быть установлена на это устройство. Будем воскрешать телефон из такого состояния. Сначала прошьем китайскую прошивку с подменой файликов, чтобы Mi Flash не просил авторизацию. Дальше привяжем Mi аккаунт к этому телефону, затем разблокируем загрузчик, затем через фастбут режим прошьем глобальную прошивку и отключим все обновления, чтобы данное не повторялось. Вот мы видим, телефон циклически перезагружается, но рабочий стол так и не показывает. Приступим к разборке.